Добрый день, хочу поделиться хорошей такой новостью для тех, кто грузит видео через мой сайт на Shutterstock. В общем, я попросил программиста написать такую функционал, который помог бы нам разгрести эту очередь в 3000 наших видеофайлов и каким-нибудь образом решить проблему медленной загрузки на Shutterstock. Так вот, сегодня он ночью это решил. Сейчас, если посмотреть по статистике очереди, то вот на Shutterstock за сутки 308 видео было загружено. Хотя раньше, причем это еще сутки не закончились, когда оно началось. Возможно, будет и больше, может, до 400 дойдет, может, 350 будет. Хотя раньше за сутки из-за этого мега-низкого аплода, ну, максимум там 20 видео загружалось. 10, 15, 20 видео, там, в зависимости от размера были. Сейчас же, ну, более чем в 10 раз увеличилась скорость загрузки на Shutterstock. Соответственно, эти уже 2000 файлов осталось. Ну, они быстро разгребутся. Если такая же скорость сохранится, и все у нас получилось, то все видео будут грузиться так же быстро, как и на Pond5. То есть на Pond5 вообще, по сути, очереди никакой нет. Ну и на Пихту тоже быстро начали грузиться. Тоже вон по 200 видео. Там некоторые внесли изменения в парсеры. И еще расскажу несколько, что изменили. В настройках теперь, раньше в настройке это была одна страница, и довольно уже сложно было сориентироваться, потому что много стоков подключили, добавили функционал, поэтому разбили это все на такие вкладки. Отдельно по YouTube настроек, по Shutterstock, по Pond5 и по VideoHive. По VideoHive вот тут уже разросся функционал автоматизации процесса сабмита. Ну вот, я часто использую вот этот функционал, только те, что отправлять видео, которые прошли на модерацию на Shutterstock, на Pond5, то есть выбираю, какие галочки ставить. И из-за того, что гружу большое количество видео, то сначала эти видео проходят модерацию на этих стоках, на которых указанных. Если там модерацию прошли, то эти видео, значит, уже готовы, ну, большая вероятность того, что они пройдут модерацию на VideoHive. Вот такие фильтры поставил. И возможность добавлять свои оформления на эти превьюшки. Оформления, как они, последние видео, если по дате публикации. По умолчанию я поставил такие оформления. Вот значок Full HD, если это Full HD видео, оно автоматически ставится. И 4K видео, если это видео 4K или там Full HD, оно автоматически брендируется таким логотипом. Этот логотип вы можете полностью изменить, свой написать, там в загрузках сделать. По VideoHive вроде бы все. Допустим, в общих настройках. В общих настройках раньше была вот только одна эта кнопка «Отправить видео на новые стоки». Вы по нажатии ее все видео отправлялись, там, допустим, на новый подключенный сток или на тот сток, который вы только подключили и внесли данные для доступа. Но была некоторая проблема, и добавили дополнительный фильтр к этой кнопке «Отправить видео». То есть можно указать, на какой именно исток вы хотите отправить все видео. Также можно поставить галочку «Повторно отправить на модерацию все непринятые видео». Ну, это на свой страх и риск использовать. Не всегда это правильно делать, но если вы понимаете, что многие видео у вас прошли не... Ну, модераторы отклонили несправедливо, и вы так решили, то можете поставить эту галочку, и видео, которые были отклонены, повторно отправятся на модерацию. То есть все видео на тот или иной сток выбрать можете. Дальше, ну, по проекту Складчина у нас еще одна идея скоро будет реализована. Это вот оформление превьюшек уже реализовано. И у нас... Да, вот, чтение метаданных из файла. Этот функционал уже сейчас активно в работе и скоро его реализуем. Ну, несмотря на то, что здесь не вся сумма была собрана, я решил свои деньги вложить и
его до конца реализовать. Если есть возможность, то можете додонатить до, ну, там, не знаю, 10, 20, 50 долларов или 40, сколько у вас будет возможности. Ну, или же выбрать любую из других идей, которая вам больше нравится, и ее проспонсировать, и мы ее реализуем. Ну, собственно, все. Счастливо. До встречи. Пишите, звоните, будут вопросы. Ну, скорее всего, будут. Счастливо.